20 июня пройдет ежегодная прямая линия с главой государства. Уникальная возможность задать интересующий вопрос президенту. Мы решили выяснить, о чем ивановцы хотели бы спросить у Владимира Путина. Сессия «Вопрос-ответ» пройдет в этом году уже в 17-й раз. Задают, как правило, вопросы самые разные, начиная с международной повестки и заканчивая личными и даже шутливыми. У меня несколько внуков, и мне очень хочется, чтобы отменили ЕГЭ и вернулись к прежним экзаменам, потому что они очень переживают перед экзаменом, очень волнуются. Когда отменят ЕГЭ? А можно ли учиться 5 дней в неделю, когда отменят ОГЭ и ЕГЭ? Почему вы хотите отмены экзаменов? Потому что очень много нервов тратится на них. И какой формат экзаменов должен быть? Просто обычная годовая контрольная работа, ее будет достаточно. Почему он реформу пенсии принял? И как вы думаете, какой мог бы быть ответ? Не знаю, если честно. Вот так спросила бы, почему он еще запреты ставит на социальные сети разные. Вот. Что вас больше волнует, социальные сети или пенсионная реформа? Пенсионная реформа, конечно же. Наверное, пока первое, что приходит на ум, это Екатеринбург, если я не путаю, да? Вот этот вот случай с парком, с церковью, вот, наверное, по поводу этого хотелось бы узнать. Я из частного сектора, и дорог там явно не хватает. То есть основная главная дорога, которая идет к Фурманово, там, у них же там вроде дача с медведем, ее сделали, а вот, допустим, дорога на объезд, вот ее как бы не хватает. Я хотел бы, чтобы Россия была более открыта, более открытая страна, больше коммуникаций с другими странами. Так же, как в Европе, наладить инфраструктуру, то есть отдельно даже магистрали велосипедные, то есть все для велосипедистов в Европе. То есть если вы велосипедист, то в Европе жить вообще классно. А у нас это практически невозможно. Что бы вы спросили у президента? Какого бы вы знака зодиака? А вы бы что спросили? То же самое. У вас нет никаких вопросов к президенту? Пока нет. А толку от того, что я задам вопрос? Он ответит на него. А что это изменит? Ничего. Вот так. На прошлую прямую линию с президентом поступило более 2 миллионов вопросов за 4 с лишним часа. Путин ответил на 73 из них. Попробовать связаться с первым лицом можно на сайте «Москва Путину» или во время прямого эфира, который начнется в полдень 20 июня. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.